В офисе семейного врача Чернянского района Татьяна Сбитнева работает с августа. Пришла сюда сразу после окончания Белгородского медицинского колледжа и уже успела познакомиться с жителями села Лазнова. Хотя большинство она знает давно, ведь работу фельдшера ей предложили в родном селе. Согласилась, не раздумывая. Всегда мечтала работать фельдшером. Когда вот со школы идешь, к маме там заходишь на работу. Я любила у нее там сидеть на работе. Бабушка у меня тоже была фельдшером. И вот мама решила пойти по их стопам. Местные жители специалиста в селе ждали давно. Вакансия фельдшера пустовала не один год. Поначалу Татьяне Сбитневой помогали освоиться опытные наставники, но уверенность в собственных силах появилась уже спустя пару месяцев. Несмотря на молодость, зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист. Обладает всеми необходимыми методиками. Жалоб не поступает. Наоборот, люди очень довольны, потому что давно ждали здесь, на этой территории, фельдшера. Это был у нас больной вопрос. И сейчас она работает в полном объеме, все выполняет. Уезжать из села Татьяна Сбитнева не собирается. Хочет здесь приобрести собственное жилье. Тем более будет финансовая поддержка. На заседании комиссии Департамента здравоохранения одобрили ее участие в федеральной программе «Земский фельдшер». Кто за? И не нагласно. Медсестрам и фельдшерам, участвующим в этой программе, положена выплата от 500 до 750 тысяч рублей. А врачам, участникам программы «Земский доктор», от миллиона до полутора миллионов рублей. Сумма зависит от удаленности населенного пункта, количества его жителей и, конечно, специализации медика. Подъемные могут получить те, кто решил работать в селе или городе, где живут не более 50 тысяч человек. Важное условие – занимать эту должность нужно не менее 5 лет. В федеральных программах участвуют и приезжие специалисты. Это тоже помогает решить дефицит кадров. Благодаря этой программе мы ежегодно привлекаем в сельскую местность большое количество врачей. Вот понимаем, что это первичное звено, врачи-терапевты, врачи-педиатры, врачи общей практики, врачи-эндокринологи, офтальмологи. Всего в этом году финансовую поддержку получат 54 врача и 11 фельдшеров и медсестер, которые работают в малых населенных пунктах. Еще один способ восполнить дефицит кадров – приобретение жилья для приезжих специалистов. По поручению губернатора области Вячеслава Гладкова в 2021 году для них выделят 160 квартир. Екатерина Ковалева, Михаил Перетокин, творческая команда «Мира Белогорья», «Такой день».